сразу видно. Здесь. Вот они, только что пришли. Кого надо-то? Добрый. Они пришли. Пусть поедят, может, потом. Нет, я пошел печку-то потопить, а они пускай тут разговаривают. Володя все записывает. Да. Давай. Да записывать ничего там не дает. Я недалеко, я метра четыре отсюда буду, я услышу. Еще, говори. Надо. Я сейчас к Никите, он. Возьми так, чтобы. Я уже Володя писал. Ну да говори. Да все нормально, все нормально. Я Володе писал, я говорю, свободы вы не имеете личной, надо хоть немного инициативу проявлять. Вот камера стоит, да, ролики, качество вообще никакое, вот скайп записываете, совсем никакое качество. А почему? Сверху свет светит, вот, и он камеру ослепляет. Надо тот свет, когда скайп идет, ставить в лицо свет, лампу поставить на стол, а тот свет тушить, и все, и качество будет идеальное. Ну вот сейчас я смотрю, сейчас качество вообще никакое. Да мы об этом думали, что свет что должен трудно это сделать? Падать в лицо. Ну, трудно. Ну и что? Вот сейчас возьми лампу поставь на стол, а верхний свет выключи, и все, и положение исправится. Ну, допустим, этот вопрос, да, мы будем... А еще какие вот это есть советы, кроме вот этого? Это мы сейчас попробуем решить-то. Вы сначала этот сделаете, а потом уже другое. Я не нужен, еще? У нас нет. Лампа есть тут какая-то? Давай. Он говорит, лампу надо, чтобы в лицо светило. Ну, вон она лампа, но она у меня это... Как-то что-то она не ладится, лампа-то. Проверить надо. Я сейчас ролик делаю, качество вообще никакое, нулевое вообще. Да. Интересно, как это? Я не пойму, что он так, у меня свет маленько сзади. А у нас там какая-то лампа на кухне, да, такая висит прямо над плиткой? Угу. Надо, знаешь, какую лампу купить? Вот сейчас есть энергосберегающие лампы такие. Вот, есть белого свечения, а есть желтого свечения. Вот, и надо купить желтого свечения лампу такую. Она, во-первых, электричество экономит в 10 раз. Вот, а во-вторых, она дает такой свет очень четкий. Вот у Олега Попова, вот этого, у него почему хорошее видео получается? Из-за того, что лампа у него стоит такая. Вот если эту лампу сейчас такой установить, с такой лампочкой, прожектор, да, то будет качество вообще идеальное. Именно лампа, не лампочка, лампа такая особенная. Не лампу любую, она патронный стандарт, лампочку эту купить, вот, ну, они как называются, энергосберегающие. Я знаю. Такие, знаешь, они... Я, конечно, знаю, ну, спиральные там такие. Там не дергается провод, нигде, посмотри. Вот, и она электричество жрет вообще там минимум, и хватит ее в 10 раз дольше этой лампочки, но она немного дорогая, но я думаю, стоит ее, расскажем, ну, что, 250 рублей там она, наверное, стоит. А ну сейчас. Главное, еще не могу выйти. У нас уже есть канал. Надо, чтобы она в лицо светила, это не поможет. Не поможет? Нет. Так она вот, она рядом, она будет светить. Ее поставлю сюда. Так у вас эти мешаются вон. Кто мешает? Ну вот эти-то. Вот она хорошо, она не будет так освещать, она рассеянный свет дает. Вот надо отрегулировать, в общем, надо сделать. Надо в разных ракурсах попробовать ее. Это как лицо. Вы сами садитесь и сами сейчас отрегулируем. Садитесь, так, да. Я садись. Так я хотел это посмотреть, та лампа, где у меня шнур-то заканчивается. Да я. Надо глянуть. Что-то она не могу продернуть никак. Она где-то зацепилась или еще. Слушай. Ну ладно, ставь. Вот, да, вот такую лампу, и в нее вкрутите энергосберегающие, ну, и все. Чтобы она в лицо светила. Так, а тут ничего нету. Да, нету ничего, надо... Лампочки, да там у нас. На полке он там в углу. Иди, сходи, возьми. Возьми. И вот эту лампочку верхней, который свет, туда вкрутите такую, послабже, ватт на 50 хватит там. Слушай, ее можно сбоку прибить как-то к стенке. Да ее не обязательно, ее же поставить можно. Кошки сшибут здесь. Они же прыгают. На монитор пришли. И она только на стенку. Нет, он. Ну-ка давай.
Никит, послушай, вот у вас вверху лампочка, сколько она, насколько ватт там горит? Верхний свет. Я не знаю. Там две лампочки у нас. Там большая и... 75. Там какую-то... Там, наверное, ватт на 150 у вас горит. Да, да, меньше. Да. Да, да, на 150. Спираль у меня несколько вот, лампочек. Вот надо ее ту выкрутить, лампу на 150 ватт, и в этот вкрутить. А эту маленькую лампочку туда вверх ставить. Ну-ка. Вот. Надо теперь верхнюю как-то повыключить или еще. Ну-ка давай, садись. Вот так вот. Вот, теперь тут верхний свет потушить. Верхний свет потушить надо. Тут потушить. Это капот тебе, Никита. Не, надо ярче кого-то. Надо ближе, наверное. Она тусклая, надо ту верхнюю на 150 в нее вкручивать. Так, а подожди, все это, он о чем говорит? Поднять повыше? Нет, он говорит, надо ту большую сюда вкрутить. Ну так и сделайте так. Какую большую? Вон, которая куда-то матовая? Нет, нет, тут та есть вот. Какая-то вот такая. Ну вот. Ты посмотри этот, она может такая есть. Давай я задам. Да это, она на 50 ватт, наверное, там. Вот это вот? Да. Это большая? Нет, нет, которую вкрутил, посмотри, да, насколько. Нет, вот это на 150 у меня в руках сейчас. А, ну вот, вкручивай ее. Тогда эту забери, а эту давай. Слушай, Володя, только к стенке, здесь никак. Кошки сразу ее разобьют. А вы ей там не пользуетесь на кухне-то? Нет. Это Надежда Васильевна ей пользовалась. Ну, ну я пользовался одно время, а потом перестал. Это слабовато. Ой, тут свет попробуй потуши сейчас. Ну еще получится. Давай смотри. О, уже лучше. А попробуй, она сбоку стоит, да, лампа? Так, ну чуть-чуть надо, правее от меня, справа для меня. А слепит сильно она тебя, слепит? Нет, не слепит меня. Ну сейчас. А знаешь, как сделать, попробуй, чтобы она снизу вверх светила? Нельзя так сделать, чтобы не сверху вниз, а снизу вверх светила? Если тут положить ее, как, чтобы она отсюда снизу светила? Это вообще бы здорово было. А она может это повредить, тут не. Ну закрепить надо, иначе она сожжет тут что-нибудь. Еще не так, да? Еще не то. А вот осталось, если смотреть, купите вот эту лампу такую, энергосберегающую, то будет вообще отлично. Опасно будет. Ну да, это немножко все-таки слепит, нужна такая попроще лампочка. Она слепит, ее надо, знаешь как, надо не впрямую, чтобы она не в лицо светила, а сбоку. Ее немного надо в эту, в сторону. Ну-ка давай так сделаем. Вот пробуйте разные, в разных ракурсах. Вот так вот, вот. Так, вот так лучше, вот так уже лучше. А вот так? Вот так намного лучше. А вот так вот? И так хорошо тоже. И так вот неплохо. Так ее сделать, тут прибить ее. Ну, вот так лучше всего, наверное. Лучше всего будет. Вот на таком уровне, да. Я помещу где она, вот где она, на уровне этого листа. Ну а глаза слепит, да? Ну да, если хоть раз посмотреть нечаянно, уже так слегка рябит. То есть туда не смотреть лучше? Ну, лучше не смотреть, да, туда. Ну... Если, короче, купить эту энергосберегающую, то будет вообще идеально. Ага. Так, ну что теперь делать? Надо закреплять только, думайте как. Ну сейчас, вот закрепляйте и посмотрим, как будет. Так, было бы куда закрепить у нас тут ее. Все, я отключаю туда. Ну, допустим, с этим вопросом мы примерно уже поняли. Значит, делать вот на том месте, вот, вот. Кошки не достанут здесь, как раз она, чтобы что-то... Может, саморезом туда, его. Саморез ставите, на саморез посадите его. Да где саморез? Вот, и верхнюю лампочку туда на 50 ватт. Зачем вам яркий свет такой нужен? На 50 ватт вкрутите вверх, и ну, все. Что, как этот? Нет, как... там считать, считаем мы там, надо такое, какая считаете? Есть. Так в камере. Это, да не, я имею в виду то, что есть там две лампочки, там один выключатель или это самое. Она там или... матовая, она не поймёшь. Нет, один она. Выключатель и одна дополнительная лампочка, она напрямую через розетку вставляется. Для более еще освещения. Ну, и, в общем, контролируйте то, что, чтобы идет, допустим, беседа, то выключайте его свет. Mm-hmm. Это самое. Слышь, то есть, ну, возьми, допустим, ты на себя вот эту вот задачу, да, скайп идет, раз выключи его. Вот, да. А Володе тоже, Володь, тебе надо, знаешь, как когда, допустим, попробуй с прожектором, когда это снимать будешь на камеру. Допустим, ну, сам уже там выловишь, как будет удобнее. Я думаю,
Когда свет потушить здесь в комнате и с прожектором будешь снимать, будет гораздо лучше качество. Ну, включите эту лампочку, ну ты понял, да? Ты имеешь в виду на видеокамере же? На видеокамере? Да, на видеокамеру, да. На видеокамере. При выключенном свете на видеокамеру попробовать, что получится с этого. Ну, то есть, та лампа будет освещивать Игнатия Тихоновича, вот ту, которую прикрепите, и ты на камере еще включай этот прожектор. А, ну понял. А, то есть, две... А, ну в смысле, а, чтобы была запись на видеокамеру хорошая, чтобы была запись на скайп хорошая, да, в смысле? Ну, конечно. Ну, вот так. А вот сейчас вот что идет, вот сейчас свет этот самый от камеры идет, да? Да, это от камеры этот, встроенный. Вот сейчас тоже очень-очень хороший, мягкий очень получается, эта картинка мягкая такая хорошая. Ну, видимо, это диодная лампочка какая-то она особая. Ну вот, она диодная, как раз она вот энергосберегающая, она под нее тоже подойдет. А энергосберегающая, знаешь, как бы ее тоже не сильно надо покупать, а вот на 75 ее достаточно будет. Ага. Ну, займется, она рублей 200 стоит, не больше. Так. Ее до конца жизни хватит. Сейчас, прибьем, попробуем. Вот такой шуруп надо загнать, она на шурупе-то повиснет. Да у меня нету. Ну, смотри, нечем. Она как, видишь, вот так, если она войдет, а тут она дальше, о, не пролазит. Да нет, пройдет. Вот за этот верх надо, аж даже шире ее. Сейчас я гвоздик прибил уж. Понятно. А что, ну ладно, тогда сделайте, тогда скажите, посмотрим, проверим. Хорошо? Хорошо, то есть потом, да, перезвоните? Мы перезвоним. Мы перезвоним, когда... Ну да, тогда созвонимся. Так перезвоним. Тогда сделайте, созвонимся. То есть сразу, когда купит лампочку, или сейчас, как только приделаем хотя бы вот эту лампочку? Нет, лампочку, когда купи, завтра купите ее обязательно, не забудьте только. А, ну хорошо. Обязательно, потому что качество ролика вообще никудышнее. Ну, понятно, у нас тут своя, этот, как говорится, атмосфера. Ну, я понимаю, иерархия, да. Но инициатива, она хоть и наказуема, но ее все равно надо проявлять. Да, Сергей. Ну, вот все, братья, с Богом. С Богом. С Богом. Как-то. Так, вот если вот так вот прибить, она вполне может быть. Иерархия. Может помочь? Рука-то болит у меня. Главное, та же рука. Она может сорваться, Игнатий Ильич. Ага, сорваться может. Да. Конечно, может. И надо дальше пробить. Да что, сорвется? Надо там еще один гвоздь, наверное. Хорошо. Сейчас я это спрячу лапушку, чтобы не потерять. Рядом? Нет, надо одеть, а потом уже. А? Она оденется потом. Не понял. Лампочка-то оденется потом. Ну так я не знаю, но оденется, наверное. Если ты говоришь забей, так я забью. Ну как она сорвется-то? По-моему, не должна. Да, ну, можешь вверху тут забить, чтобы она не давала ей. Можешь загнуть? Нет, это сломаешь. Сломать, да? Да, ага, теперь... вот она что. Теперь главное эту шейку повернуть так. Нет, надо дальше. А там косяк или что там вообще? Угу. Ну, вообще, мертв. Лишь бы кошки. Вот так, например. И лампочку эту флуоресцентную. Тут надо как-то сделать, чтобы кошка не прыгала сверху. Иначе она стрясет ее. Да, кошка не тут частенько будет. Нужно провод хотя бы. Да. Теперь, ну, только опасность для кошек тут, чтобы они... У них сколько она теперь не вот денет, вот их это... никак вообще кошка не трогает. Но они на... обошли кошек. Она иногда сверху прыгает. А? Она иногда сверху прыгает. Ну вот сверху прыгает, это плохо. Сейчас проверим, как она ведется. Ну теперь она увидит это. А что, тот мешает разве? Ну он просит, что лучше, когда выключается, и только этот работает на лицо, когда... Ну смотри на свое лицо-то, гляди. Ну, отвечать что, не это надо. Не та лампочка еще, не флуоресцентная. Теперь
Как она влияет? Наоборот, лучше она рассеивает. Нет. Но нет. Он говорит хуже, Сергей. Она хуже. Она свет дает, да. Ну, говорит хуже, значит, хуже. Ну так. Ну, это сильно освещает. Это не пойдет. Ему понравилось. Ну, может быть, понравилось, но я говорю, не пойдет. Надо вот так как-то. Во. Чтобы она не била, а рассеянный свет давала. Иначе она просто блестит как что-то. Вот как надо. Выходи на него снова. Но он сказал, когда лампочку возьмем, другую. Да не дай на другую, сначала эту проверить. Проверь. А я ее буду наклонять. О, мы тут пока лампу установили, как сейчас-то? Не слишком тускло или еще ярче сделать? Я, знаешь, что думаю, сейчас интернет просто сейчас на сколько? На 50 ватт стоит лампочка, да? Да, на, сука, На 150. А, на 150, да, стоит. Ну, ее можно вот так поднять, вот смотри, повыше поднять. Можно прямо мне в лицо направить свет из лампочки. Ну, чтобы, подожди, главное, не слепило. Сейчас вот, в принципе, неплохо, но можно сделать еще лучше. Надо, я не знаю, надо попробовать еще порегулировать ее. Вот теперь смотри, вот мы поворачивать будем, а вы смотрите, как. Ну, главное, чтобы глаза не слепило. А это светит глаза, надо по так тогда. Ну, вот так вот. А ты в темноте. Ну, нормально. В принципе, нормально. Ну, лучше, чем было-то, или нормально? Лучше, в разы лучше, конечно. А еще, Володь, эту камеру включи, подсветку. Ну, подсветка, она не всегда меня снимает. Она экран снимает, когда там текст читать надо. То есть это не панацея, а подсветка. Это вот теперь подсветка с левой стороны работает от меня. А ну-ка, Володя, выключи сейчас, пускай Сергей. Да не, она мне не нужна на подсветку. Не нужна, да, никак. Не нужна, вот так вот. Смотри. Ну, в общем, знаешь, что, эту лампочку когда поставить, будет вообще отлично тогда. Ну, добро. Все, спасти Христос за совет. Что, вот эту большую, рассеянную? Нет, это энергосберегающая. Ну а сейчас качество плохое, сейчас интернет у вас, видимо, это что. А вас хорошо, а вас хорошо видно сейчас. Ну, у меня это самое, интернет получше просто. Так, получше. Мы вас хорошо видим, я даже вот тут каждую волосинку почти вижу тут на виске, которая вот. Так, сейчас я включу. О, видишь, включаешь и все, и сразу. Хуже, все, да? Хуже гораздо. Все в тумане сразу. Самый лучший дневной свет. Дневной свет самый лучший. А вот сейчас посмотрит он вот эту лампочку. Сейчас Игнатий Иванович матовую включит. Да, как фауст-патрон такая большая. Ну, она может и большая, но... Нужно направить на меня немножко. Сейчас направим. Вот это матовое. Ну, я хочу сказать. Оно, в принципе, неплохо, но мало это света. Надо больше света. Ну, да, как надо просить вот это так выглядит. Угу. Значит, ну, не пойдет. Да, нужна вот такая энергосберегающая. Понятно. Еще залезла. Энергосберегающая, смотри, большую не бери. Там 75-100 ватт достаточно будет. Беги, беги. 75 ватт энергосберегающая. Значит, ну, выключите. Ну, на 100, я не знаю даже. У меня вот стоит, у меня вот сбоку она, наверное, от меня в 3 метрах стоит энергосберегающая. Она сейчас освещает на 150 ватт. А, видишь, как хорошо. Это одна на всю комнату, которая светит? Одна на всю комнату, да. Ну, как хорошо видно. Ну, на 150, но это в 3 метрах стоит. Там на, от меня меньше где-то на метр, она даже меньше, на, может, на полметра. Значит, надо на 75, на 100 максимум. 100 это максимум. Ну, смотри еще раз. Ну, так хорошо, но лучше всего. Тоже так неплохо, но да? Это тоже неплохо. И смотри, и главное, чтобы... Ну, как неплохо? Плохо, конечно. Ну, лучше, чем с верхним светом, намного лучше. Учитывая, что интернет сейчас еще у вас не важный. Это не у меня не важно, это у вас не важно. У меня интернет отличный, вообще как ракета. Ну, понятно. Ну, не знаю, я хорошо вижу тебя, совсем тут все видно. Что так? Ну, видите, хорошо, потому что у меня хороший интернет.
А у вас плохой, я вас плохо вижу. Что за логика такая? Ну ладно, пусть даже так, хорошо. У него кабельный, а у нас телефонный шнур, это разница. У меня, да, у меня такой скоростной, у вас телефонный устаревший. Надо, в общем, завтра купи лампу и позвони туда, Никита, хорошо? Хорошо, хорошо, брат. Ну все, с Богом. Все, вот так вот плохо, вот так два. Плохо, как в тумане, когда сверху горит, как в тумане. А вот так лучше, да? Так лучше, но лучше купите там специальная лампочка такая. Ну, смотрите. Ну, хорошо. Это правильно сказали, кошка, она может тут что-то сделать. На проводок хотя бы. Она прыгает оттуда. Ну, она прыгает отсюда. Не должна свалить. Ну все, ладно на этом. Все, слава Богу. Я пошел печку топить. Вот видишь, Сергей, любит красиво, хорошо, а мы не очень-то.